В тесноте да не в обиде – так можно охарактеризовать условия работы медицинского персонала в Видновском перинатальном центре. Для участников выездного заседания Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы экскурсию по центру провела главный врач Тамара Белоусова. Все маленькое, вроде бы аккуратненько, но все маленькое и очень маленькое. Более 6 тысяч детей ежегодно появляется на свет в стенах Видновского перинатального центра. Над тем, чтобы и мама, и ребенок были здоровы, работают 450 сотрудников. Вот только условия их работы частенько оставляют желать лучшего. Выжимаете все, что есть? Что есть. Мало того, что еще доктор закончит 3 часа, сюда сядет эндокринолог во вторую смену, потом терапевт. Ну, в общем, в каждом кабинете еще по 10 специалистов, таких тех, кому не нужно специальное оборудование. В выездном заседании Комитета по социальной политике и здравоохранению Мособлдумы приняли участие представители Фонда обязательного медицинского страхования Московской области, Управления организации медицинской помощи матерям и детям, руководители нескольких перинатальных центров области. Администрацию Ленинского округа представляла Татьяна Квасникова. Для нас важно, чтобы, может быть, одним из результатов вот сегодняшней встречи все-таки было утверждено мнение о том, что нам надо расширяться. Все, что зависит от муниципалитета, мы всегда готовы и все сделаем. Выездное заседание было посвящено теме развития службы родовспоможения в Московской области. И это прекрасный повод для продвижения концепции постройки нового корпуса Видновского перинатального центра. Напомним, что в июне на дне рождения учреждения глава округа озвучил необходимость возведения дополнительного помещения. Понятно, что нужно строить по-хорошему отдельный новый корпус, современный. Понятно, что стоит это очень-очень приличных денег, но тем не менее договорились, что вот после завершения сегодняшних мероприятий проведем еще рабочее такое совещание и выработаем дорожную карту. Хочется надеяться, что после проведения в Видновском перинатальном центре столь статусного мероприятия сторонников на самом высоком уровне идея постройки нового корпуса станет намного больше. Максим Козлов, Сергей Ларин, Елена Кошелева. Видное ТВ.